Привет, я занимаюсь стримом больше года, и на одной из прямых трансляций подписчик меня попросил заплакать. Была очень интересная игра, но у нее был очень трагичный конец. Там наш главный герой погибал, и он хотел, чтобы в этот момент я заплакал, зарыдал. Но, к сожалению, я не смог. Я не смог, и мне было немножко неловко в этот момент. Ведь он зритель, и требовал он зрелищ. Я должен был сыграть их, но либо это было наиграно, либо это было вообще никак. У меня получился второй вариант. Я после этого видео много что переосмыслил и решил, если я буду дальше заниматься Ютубом, я должен научиться делать, казалось бы, такую элементарную вещь, как заплакать в прямом эфире. Я много смотрел видео в интернете, пока не наткнулся на один ролик интересный, где молодой человек сказал, что он сможет заплакать за 30 секунд. Я решил попробовать и хочу попробовать сейчас сделать это. Для начала нам нужно успокоиться. Я сделал это так, глубоко вдохнул и выдохнул воздух. Потом нам нужно резко зажмурить глаза. Далее он, по его совету, он резко открыл глаза и... Тут самое сложное — не моргать. Я не смог этого сделать, но мне даже этого хватило, и у меня сразу начали набираться слезы. В голосе появляется дрожь. Это очень сложно, друзья. У меня ощущение, что... Я действительно плачу. Я заплакал. У меня получилось. Это может понадобиться не только стримерам, может понадобиться начинающим актерам, или если ты девушка и хочешь что-то от своего парня, и тебе нужно заплакать всего за секунд 10-15, у тебя получится. Я не могу успокоиться, друзья. Такое ощущение, как будто что-то случилось непоправимое, но... Пап, там мама сказала лук вернуть. Арсен, ну я же тебе говорил, не надо влазить. Я пишу с одного дубля, друг мой. Ну зачем ты? Ты взял все и испортил. Ладно, друзья, на самом деле это был шуточный ролик, но действительно можно заплакать. Сейчас я действительно прибегнул к луку. Это будет очень смешно, надеюсь, тебе. Я поднял тебе, надеюсь, настроение хоть чуть-чуть, хоть немножечко, я думаю, что поднял. Если поднял, то подписывайся на мой канал и поставь лайк, пожалуйста, меня это поддержит и простимулирует дальше писать ролики. На самом деле способ действенный, но нужна какая-то тренировка и сноровка. Надо постоять минут 10-15 перед зеркалом, пробовать это, и действительно получается. Но получается, лично у меня получилось не всегда. Попробуй сделать то же самое, он еще стоял взад-вперед, так передвигался, и обдувая глаза, и действительно появляются слезы, но при этом обязательный факт, не нужно моргать. Вообще не нужно моргать. Я прибегнул к хитрости, у меня получилось очень быстро. В общем, ладно, друзья, спасибо вам за просмотр, всего хорошего, пока-пока.